отходим от перекрестка улицы Аленби, улицы Короля Джорджа, и идем на улицу Хакармель, где сейчас у нас вот рынок. Рынок сегодня не работает, и мы пойдем специально по пустым рядам. Полный рынок я снимал, по которому невозможно пройти. А это вот по субботам такое. Вот такой вот какой-то складское, большое складское помещение такое, да? Я видел. Вот это называется улица Хакармель. Тут люди отдыхают у нас. Вон там тоже один еще спит. Видел? Так, я сейчас с этой стороны встану. Три дня назад я тут шел, тут не протолкнуться было. Все кипело, жужжало. Да? Тут вот теперь вот такие ящики стоят. Некрасивая так, тоска такая, а когда туда, тут все кипит, тут все красиво, да? Сочно. Да, сочно, да. Тут так вот рынок Кармель в субботу. Не узнать, да, вот так вот, если вот, я, говорит, здесь, а мы, говорит, здесь были, да? Ну да, говорит, похоже, говорит, на какую-то, ты же опять промзону такую, знаешь. Ну, тоже полезная съемка, сказать. Съемка ничего, никакого интереса с точки зрения истории не представляющая, но дающая понять на сравнении. Вот так вот сюда. Вот улочки такие тут. Тоже все. Во время торговли тут все кипит и шумит. Вот. Не пройти, не продохнуться. А вот сейчас вот так вот. Это промзона запущенная. Чернобыль. Вот. Завтра тут будет опять всплеск. Это улица. Улица называется Хакармель. Так говоря. То есть это не чисто как рынок, как у нас будет рынок. Вот, а все идет вдоль определенных улиц. Ну, тоже русские прошли мимо нас сейчас. На русском говорили. На русском-русском, не на русском-украинском. Подходим к тому месту, где улица Рамбам начинается, то есть можно сказать, что мы уже пришли. Вон. Вот Ишкон улица справа, вот, а слева улица Рамбам, вот она, туда идет тоже пустая. Вот отелик тут такой стоит. Да, это наш перекресток. Наш перекресток. Хумус. Это такой кошерный ресторан иудейский. Место у нас житья, конечно, уникальное. Вот оно. Хакармель 11.